Доброе утро. Погода шикарная, мы собираемся на гору. На Ибгу мы собираемся. Вот она открылась. Вот туда примерно мы и идем. Сейчас зайдем за батоном, погоним. Забыла сказать, что мы идем в радиальный поход, а вещи у нас остались в отеле «Приют Панды». Наш маршрут начался вот с такой дороги. Не знаю, что дальше будет. Ну, судя по пока по рассказам местных туристов, это правильная дорога. Так что идем. Вот она обозначена, 11-я тропа Йети. А вот тут 10 тропа Йети. Что такое 10 и 11? Может, километров? Фиг знать. Разберемся, потом скажу, если разберусь. Такие столбики. Рассказано про птиц. Видите, открой. Самая быстрая и зоркая птица. Как красивенько сделано. Сапсан. Это такая вот птица, да, которая развивает скорость 320 километров и видит голубя на расстоянии 8 километров. Вот так вот. Идем такие, идем. Гляньте, кого мы встретили. О! Сам Йети. Тут, кстати, веревочный городок. Ну, наверное, закрыт уже. Такие вот виды. Заходим в тоннель. Что-то тут булькает и какой-то красный свет. Ух ты! Потом зеленый, синий. Ух ты! Класс! Прикольно! Киты! Идем. Витя догоняет. Нам все выше и выше. Идем по тропе чемпионов. Ага. Аккуратно, да. Осталось нам совсем немного дойти вот до этой или до этой точки. Дорога уходит направо. Куда-то выведет. Красота. Выше, еще выше. Тут прям так тяжко в гору. Осталось совсем немножко. Ну, займет где-то час, наверное. Может и нет. Еще немного таких замечательных видов по дороге. Мы уже почти дошли. Блин, я уже задолбалась. О, Витя, ты не задолбался? Нет, ты не задолбался. Он прям прет, как танк, а я что-то не могу. О, осталось немного, он туда. Постоянный подъем, набор высоты. То есть там в конце будет 1100 примерно. Немало для меня. Все, мы дошли. Конец тропы. Ух ты! Вот и туда пошли горы. Совсем другие. Круто. Класс. Сейчас немножко так отойду от забора. Ветерок. О. О. Красота. Ну, вот, добрались мы до 2320. На 20 метров выше, чем Ачишко. Ага. Ну и вот такие вот виды. Красиво. Стоял бы и стоял. Купили шоколадки. Подкрепиться. Тут прохладненько. И здесь дофига. Много людей, красивая обзорная площадка, кафешек, все что надо. Один чебурек 390 рублей. Но... Может там большой? Егермайстер 700 за 40 грамм, даже не 50. И уже, наверное, погоним домой, потому что надо поработать, давить. Да.
заработать денег. Сейчас спустимся на подъемнике вниз. Ну, а в следующий раз хотим вот туда подняться на каменный столб. Думаю, там прикольней и меньше людей. Грузочкой. Спускаемся. Совсем по-другому реагируют. Прям так высоко. И голова тоже, не резко. Идешь, сядешь, посидишь. Пересели на другую канатку. Едем до Олимпийской деревни. Привет. Да. Здрасте. Красиво тут. Красиво, да, уже не так страшно. Ведь все равно боится, но ячество, мне уже нормально. Спустились мы вниз. Сейчас с Олимпийской деревни, там, где мы живем, спустимся в магазин «Перекресток», купим еды и пойдем в отель, поработаем немножко. Так что, а завтра уже выйдем тоже куда-нибудь. Вот такое у нас мини-путешествие получилось.